Так. Перед вами больной 47 лет. В настоящее время работает электриком, в разводе, имеет взрослого сына. Болен около 10 лет. Обострения наблюдаются ежегодно и проявляются заторможенностью и недоступностью больного. В период ремиссии возвращается к работе. А словами вы нам это не можете сказать? Виктор Иванович, как ваши дела? Какое сейчас состояние? Пожалуйтесь на что-нибудь. Что-нибудь сейчас вас беспокоит? А словами вы нам это не можете сказать? Что мешает вам говорить, Виктор Иванович? Ну, язык у вас... Ну-ка, покажите мне, нам язык. Язык у вас есть? Ну-ка. Язык есть. Так, можете вы мне теперь сказать четко, беспокоит вас что-нибудь или нет? Сколько вы здесь находитесь, Виктор Иванович? Вы поступили сюда... 2 дня назад. У вас что-то случилось? Вы работали до последнего времени? Совсем ничего сказать не можете. Виктор Иванович, вы не можете говорить или не хотите говорить? Вы можете говорить? Ну тогда просто покачайте мне голову. Вы умеете говорить? Можете говорить? Вот так вот. Ну ладно. Ну а что вот, так сказать, руки у вас все нормальные, двигаются, да? Ну-ка, сожмите мне руку как следует. Посильнее так, сильнее, сильнее. Вот как я вас, и вы меня в ответ также сжимаете. Значит, сила в руках есть, да? Ну-ка, посмотрите на меня. Плотно зажмурьте глаза. Зажмурьте так. Ну-ка. Ну-ка. Угу. И еще разочек. Зажмурьте глаза. Пожалуйста. Зажмурьте. Ну, вы только это не плотно делайте, вы просто мигнули. Ну-ка, вот так сильно-сильно сожмите веки. Никак не получается. Ну, хотя бы так. Вот давайте, вы вытяните руки вот так вот, да? Держите их вот так вот. И, ну-ка. Ну, почему не подержать? Давайте, вот так вот вытянутые, подержите. Подержите их вот так вот. И, ну-ка. Закройте глаза. Закройте глаза. Держите вытянутыми руки и закройте глаза. Мы хотим, чтобы вы кончиком пальца до кончика носа дотронулись. Закрытыми глазами. Получится это у вас? Ну-ка. Не хотите. Опять мой вопрос. Виктор Иванович, вы не можете держать руки или не хотите? Ну, понятно. А у вас у самого нет никаких ко мне вопросов? Может быть, вы хотели бы меня спросить? Вот в самом начале беседы вы мне хотя бы подавали знаки головой. Да, нет. Можете вы мне хотя бы подать знак? Вы себя сейчас хорошо чувствуете, Виктор Иванович? Если да, то покачайте головой. Или вы себя сейчас плохо чувствуете? Если вы себя плохо чувствуете, то качните мне головой, что да, что вам плохо. Ну вот так вот. Ну хорошо, Виктор Иванович, значит, если вот у нас так беседа проходит, ничего нам не скажете, а? Ничего? Тогда у меня больше вопросов нет. Беседа наша закончена. Вы можете идти.
данного больного полностью отсутствует речь, то есть наблюдается мутизм. Однако поведение больного показывает, что он понимает инструкции врача. Некоторые из них он выполняет, другие нет, то есть отмечается негативизм. Пассивная автоматическая подчиняемость больного проявляется в том, что он может оставаться неподвижным сколь угодно долго, пока врач не потребует от него выполнить какое-либо действие. Все описанные симптомы являются элементами кататонического синдрома. Ну хорошо, Виктор Иванович. Значит, если вот